Уровень присутствия на синтезисе 22 очень высокий. Появились ключевые фигуры, появились не только те люди, которые что-то знают, но и те, которые решения принимают. Это очень важно. Большое количество очень широких кроссфункциональных тем, то есть и производство оборудования, и разработка собственных технологий. Есть очень много кейсов по реально осуществленной замене импортного оборудования, решений, технологий на российское. Прекрасные доклады, очень интересные темы заявленные. В таких глобальных меняющихся политических условиях это очень своевременное мероприятие. Здесь достаточно хорошо подобрана целевая аудитория. Есть компании, которые предварительно ознакомились с нашей продукцией и уже вживую общаются, задают вопросы. Это очень удобно в плане организации встреч. Здесь мы встречаемся как с главными техническими специалистами наших заказчиков, так и с лицами, принимающими важные решения, и можем обсудить организационные вопросы. Есть доклады, посвященные конкретным прикладным проектам, прикладным разработкам в сфере новых технологий. Много представлено предприятий в части импортозамещения. Мне понравилась работа с личным менеджером. Это, наверное, наиболее эффективный формат. То есть, когда ты не сам себе предоставлен, и ты пытаешься состыковаться с другими участниками, тебе выстраивают график, тебя представляют твоего собеседника, объясняют, чем собеседник занимается. Естественно, ты уже более эффективно можешь проводить переговоры.